на твою толпу. В этом видео, которое вы сейчас увидите, девочка явно говорит: папа давно так кидал. Папа кидал. Не интеллектуально, грамотно рассуждают. Дети брали животных из приютов. Это делал папа. Никого не волнует, нет? Привет, я Аня, и ты на канале Magic Family, и это снова срочный выпуск совместно с моим каналом помощи животным Magic Family Help. Срочный, потому что сегодня должно было быть другое видео, но я не могу обойти стороной эту тему. Две 13-летние девочки сняли на видео, а затем похвастались перед пользователями своей якобы смелостью. Молниеносно разлетелись в социальных сетях. Вот так, видимо, надеясь на огромное количество лайков, школьницы убивали животное. Кидали в стену, затем добивали ногами. В какой-то момент одна из девочек даже привлекла к съемке свою младшую 6-летнюю сестру. Та поначалу плакала, но ей объяснили, только так и нужно поступать. Ребенок подчинился. Не плачь, Наташ. Иди, бери его. Давай, скорее. Кидай об стену. Молодец, умничка! Затем, когда количество просмотров и гневных комментариев стало зашкаливать, подруги додумались еще и выйти в прямой эфир. Во время трансляции, когда все только и спрашивали, зачем, они заявили, в свои 13 плевать хотели на отношения общества. Они, мол, бунтари и делают, что хотят. Да мне на твою толпу. Толпу. Ну и заберешь, что ты добьешься. Делай, что хочешь, мне я тебе серьезно говорю, мне на ваш. Они обнаружили второго котенка после встречи с живодерами. Ему чудом удалось выжить. Прямо вот тут вот на входе слева лежал мертвый котенок. А вот на этом подоконнике лежал котенок, но с побитым носом и почти вообще не двигался. Которого спасли, и сейчас он жив. Но вопрос сегодня даже не в этом, а в том, чем вся эта история закончилась. Поэтому я прошу сегодня вас, ребята, максимального репоста, чтобы мы достучались до властей и добились справедливости. И в чем я сейчас объясню. «Комсомольская правда» пишет статью: «Мучения котов в прямом эфире обойдутся девочкам-живодеркам из Самарской области всего в 500 рублей». По информации собственных источников «Комсомольской правды», девочек не будут принудительно лечить. В качестве наказания за убийство животного был назначен штраф в размере 500 рублей. Эту сумму заплатит каждая семей создательниц скандального ролика. Что мы видим в итоге? Разъяренных людей, которые просто в шоке от того, чем все это закончилось. Моих разъяренных подписчиков, которые пишут, что это все не может так закончиться, это несправедливо. Итак, девочкам нет 14 лет. У нас в России по закону уголовная ответственность начинается только с 14 лет. Всем трем девочкам, двум из них, одной, по-моему, 13, другой еще сколько-то, а третьей, самой маленькой, 7. И их не могут осудить. Хорошо, я против самосуда, я считаю, что все должно решить государство. Но государство решает вопрос очень странно. Они назначают штраф 500 рублей родителям этих детей за как бы неправильное воспитание, и это максимум, который возможен по закону. Почему не назначили обязательное принудительное лечение у психиатра, психотерапевта всей семье, не только девочкам, но и родителям? Хорошо, опускаем даже эту тему. Дальше встает очень важный для меня вопрос, который просто, мне кажется, обошло стороной государства. Хорошо, я тоже против самосуда, девочки не достигли определенного возраста, вы назначаете штраф 500 рублей, который просто, я в шоке от этого. Самое интересное, очень интересный момент, которому никто не придает значения нигде, ни в новостях, ни в интернете. В этом видео, которое вы сейчас увидите, девочка явно говорит, что это делал папа. Это он научил ее невольно или вольно так издеваться над животными. Скажи мне, тебе понравилось это, нет? Нет. Мне кажется, тебе до сих пор страшно. Тебе не нравилось котенка кидать об стену? Нет. Ты же своего кота не кидаешь так? Нет. Его папа давно так кидал. Папа кидал? Об стену? Нет. Вы слышали, она явно говорит, что это папа так делал. Хорошо, мы не будем винить девочку в том, что ее так воспитали родители. Она не знает, как жить в этом мире и слушает старших. Как насчет вообще в принципе закона о пропаганде насилия и жестокости в интернете? К ним опять он неприменим, потому что им нет 14. Снова невозможна никакая уголовная ответственность. Хорошо. Слова со страницы их матери. На днях взяли кошечку из приюта, теперь ее забирают обратно. Сколько еще животных они брали из приютов? Вопрос. Дети брали животных из приютов? Ни один приют не отдаст животное в руки детям, потому что они хотя бы несовершеннолетние. Значит, из приютов брали их родители, папа, мама, кто-то из них, кто взрослый. Взрослые люди.
родители этих девочек брали животных из приюта. Девочки издевались над ними, возможно, даже папа там принимал участие. Девочка явно признала, что папа это делает. Тогда почему в нашей стране государство, власти, суд не хотят как-то подумать о том, что папа должен понести наказание за это? Что получается, что они просто сказали: вы неправильно воспитали своих детей, вот заплатите штраф 500 рублей и все. А то, что папа издевается над животными, и ребенок это подтверждает, а то, что родители, только взрослые, могли брать этих животных из приюта, это никого не волнует, этот факт? Никто не думает о том, что папа делает это, видимо, постоянно? Тогда почему никаких вопросов к папе? Он сейчас заплатит 500 рублей за то, что его дети издевались над животными в прямом эфире, пропагандировали насилие и жестокость, за то, что он их типа неправильно воспитал, и в итоге все этим закончится? Я не говорю сейчас о каких-то издевательских наказаниях, о каком-то самосуде. Я говорю о том, чтобы государство начало разбираться в этом вопросе глубже. Иначе получается, что любой другой человек, посмотрев это, воспримет, может воспринять это как пример. Ага, получается, я взрослый человек с садистскими наклонностями, могу просто пойти и взять животных из приюта, пусть мои дети над ними поиздеваются, я поиздеваюсь, ведь видеозаписи с отцом никто не видел, он это делал, возможно, дома, как по словам девочки, поиздеваюсь над ними, мы их убьем и заплатим 500 рублей за неправильное воспитание детей, ведь это дети выложили, а не я. Я-то тут вообще ни при чем. И так может сделать каждый? Я понимаю прекрасно, что 500 рублей штраф не за жестокое обращение над животными, а за то, что он неправильно воспитал своих детей. Но сам факт, что это делал папа, никого не волнует, нет? Зачастую, если не пресечь действия подростков по жестокому обращению животных в младшем возрасте, то вполне возможно, что они могут далее совершать более тяжкие преступления. Точку зрения следователей поддерживают и психиатры. В одном из видео девочка младшая говорила, что подобные сцены она уже дома видела, когда ее отчим бросал котенка об стену. То есть, получается, данная форма поведения разрешается в семье, разрешается проявление агрессии по отношению к более слабому и беззащитному существу. Девочки совершенно осознанно делают, они интеллектуально грамотно рассуждают о происходящем, да, делают выводы, в общем-то, грамотные, да, то есть не сказать, что они выглядят тяжело психически больными. В цивилизованных странах огромное количество законов по поводу защиты животных, по поводу жестокого обращения с ними, и, например, в некоторых из них штрафы достигают от 3 тысяч до 160 тысяч евро. Вы можете себе представить, какая это сумма? 160 тысяч евро. Это огромные деньги, просто огромные. У некоторых даже зарплаты такой нет. Да не у некоторых, у большинства. И получается, что когда человек, совершив какую-то ошибку, проявив свои какие-то садистские склонности, получает такой штраф, он просто в следующий раз даже близко не подойдет. Он реально побоится, если он только совсем не псих. Он реально будет бояться даже просто рядом пройти с каким-то животным, когда он получил такой штраф, а еще и несколько лет условно, или даже не условно, а сел в тюрьму. В той же Италии можно сесть на 2 года в тюрьму за такое, за жестокое обращение. А у нас, получается, ты все свалил на своих детей, получил 500 рублей штрафа, и все, ты свободен, можешь дальше продолжать издеваться над животными, брать их из приютов, кидать их об стенку, заплатишь 500 рублей за то, что твои дети это выложили в интернет, и все. В нашей стране не предусмотрены никакие нормальные законы о том, чтобы животные были защищены. Я сейчас говорю не только о жестоком обращении, о тех же приютах. Сейчас приюты должны просто реально очень сильно бояться за то, что нормальные люди приходят и берут животных, но они сейчас будут бояться отдавать животных людям, потому что эти люди, возможно, берут их для того, чтобы поиздеваться над ними. Не предусмотрены никакие законы о стерилизации, куча бездомных животных. Рожают еще бездомных животных и снова, поколение из поколения. И никто не хочет подумать о стерилизации. Любой может издеваться над ними, находить их на улице, даже в приют не надо идти, мучить их, снимать это на видео, выкладывать в интернет и оставаться безнаказанным. А где закон, который есть во многих цивилизованных странах, о том, что прежде чем завести домашнее животное, ты должен пройти тест на психику? Ты должен доказать, что ты нормальный человек.
чтобы власти убедились в том, что ты не псих и не будешь издеваться над этим животным, поэтому только тогда с этой справкой ты можешь купить какое-то животное или забрать из приюта. А тут получается у нас в стране любой человек может просто с садистскими наклонностями пойти, забрать питомца из приюта, помучить его, поиздеваться над ним, и никто об этом не узнает, потому что он даже в интернет это не выложит. Не все такие, как эти девочки. Ладно, не будем трогать девочек. Они еще не достигли определенного возраста, но как же насчет показаний дочери про своего папу, что он это делал? Как насчет того, что он, взрослый человек, брал этих животных из приюта? Почему все заканчивается 500 рублями? 500 рублями за смерть такого количества животных? Ведь есть все доказательства этого. Тогда в чем проблема? В чем проблема? Что происходит в нашем мире, ребята? Это не нормально, неправильно. Эта ситуация подает пример другим людям, что можно безнаказанно этим заниматься, потому что 500 рублей – это не наказание. Я не понимаю, почему никто не задумался о ситуации с отцом. Вот реально, не понимаю, куда смотрят наши власти, куда смотрит государство, куда смотрел суд, когда это все закончилось. Я еще раз прошу у вас репоста, чтобы мы могли достучаться до властей, потому что это не нормально. Это дело остается безнаказанным примером для подражания для других людей с садистскими наклонностями. Примером для таких родителей, что мы останемся безнаказанными. Мы заплатим штраф и пойдем делать свои дела дальше. Надеюсь на вашу помощь. И скоро увидимся. Пока.